Добрый день, Полтава. Ну вот, я хочу вам показать еще один пример, почему узко почищена дорога. Я нахожусь в районе Белой Беседки. И здесь вот такой вот. Гражданин устроил себе стояночку. Трактору невозможно было шире расчистить. Машина дорогая, поэтому приходилось объезжать со всех сторон. Но мы вот видим вот такую вот проблему. Машины здесь разминутся, здесь двухсторонние. Две машины свободно могли бы ездить, но не получится у них.